Вот сейчас будем батут надувать. Иришку будем подымать прямо на батуте. Можешь помахать пока. Так, запускаем первый движок. Второй движок. И третий движок. Так, надо пойти с какого-нибудь ракурса теперь. Чтоб все захватить. Вода! Вода? А что ты, солнце сегодня жарит, садись. Сейчас тебя накроет. Во рту сидишь? Ой, заодно посмотрю, сколько времени он будет качаться, надуваться. Так, надо было движок поправить, поэтому поставил на паузу. Сейчас пойду с передка. Чуть-чуть не успел. А, в принципе, успел. Так, 3 минуты уже качает. Перед уже почти поднялся, вот пальмочка. Задок будет чуть подольше. Он позже поднимает его. А батут пока не пришли еще, ребята. Пока нет. Ну, в общем, перед уже поднялся. Сейчас будет еще зад подниматься. В принципе, можно будет уже там снимать. Сейчас поставлю на паузу. Забыл просто туда вот этот здесь спуск для сдувания закрыть, поэтому он его не поднимал. О, Иришка, я тебя вижу. Не, с этого стань, он должен его поднять. Что? Вот на то этот не вставай, желтый. Поняла? Вот эту часть он должен вверх поднять, поэтому на нем не стой.
Ты где пропала? Я тут. Ты там? А? А я тут. А, вижу. Ноги торчат. Это самая высокая часть, поэтому он его долго будет качать. Сейчас уже 6 минут. Но себе заранее отверстие закрыл бы, конечно, чуть побыстрее было бы. Но все равно не так быстро. У меня вся спина в песке. Ты нормально, что море рядом вон. Пойдешь, нырнешь. А наверх можно залезть? Нет. Упадешь. Когда надуется, потом залезешь, скатишься. Пойдешь, билет купишь, придешь, скатишься. Я в тюрьме. Да, вот там и сиди. Да. Меня наказали за то, что я опоздала на 10 минут. Правильно. Вот и сиди. Все. Потом не видно, как он надувается. Во, сейчас он уже почти надуется. Ну да. Зато Кла, вот там во рту хорошо. Залезь в рот. Вон туда залезь. Там тенечек и вообще кайф. Да? Что-то мне сразу в голову обезьяна пришла, когда ты в грудь начала себя бить. О, верхушечка уже почти поднимается. Осталось немножко. Бац! Классно там, да, где рот? Да, вообще. Это твой телефон? Да. Он сейчас перегреется на солнце. Осталось немножко, чтобы 3 головы еще поднялись. Вот одна почти уже поднимается. Трехголовый жираф. Вот одна поднялась. Вторая. И третья сейчас вон оттуда вылезет. Можно приблизить немножко. Оп. И еще один остался. Сегодня, кстати, погода очень-очень жаркая, как вчера. Вчера без пепки ходил, башка отдала. Сейчас заснимаю, выйду и в море пойду. Сегодня водичка чистенькая, волны небольшие есть. Жара давит, не знаю, 30 или сколько там в тени градусов. Или 31. Что-то вроде этого. Что-то там голову не хочет поднимать.
Он, в принципе, уже должен был его поднять. Надо под насос посмотреть. Ладно, поставлю на паузу, пойду посмотрю насос. Он насос поправил, и сейчас он голову уже поднимет. На резлоне было, поэтому он не мог его поднять. Вот это, вот так он там, видите, на резлоне было. Сейчас это тоже поправим. И все. 10 минут тут надавал. Отсюда можно показать внутри. О, кстати, классно спать. Мне нравится вот в этой части. Пойдем сюда тенечку. Видите, прохладненько, мягко, здесь кайф спать.